Я и Путину сказал, замочить можем, это не проблема, не с первого раза, так со второго. Я говорю, не делайте этого, потому что потом никаких переговоров не будет. Эти ребята, которые умеют друг за друга постоять, которые там и в Африке, в Азии, в Латинской Америке воевали, они пойдут на все. Тоже можем замочить, но тысячи, тысячи погибнут мирных людей и тех, кто будет противостоять вагнеровцам. А это... Разговаривали первый раунд минут 30 на матерном языке. Исключительно. Слов матерных я потом уже проанализировал, было в 10 раз больше, чем нормальная лексика. Я ведь ничего, Александрович, не прошу. Пусть мне отдадут Шойгу и Герасимова. И мне надо встретиться с Путиным. Я говорю, Женя, никто тебе, ни Шойгу, ни Герасимова, никого не отдаст. Особенно в этой ситуации. Ты же знаешь Путина не меньше, чем я. Но мы хотим справедливости, нас хотят задушить, мы пойдем на Москву. Я говорю, на полпути тебя просто как клопа раздавят. Несмотря на то, что войска, мне об этом Путин долго говорил, отвлечены на соответствующем фронте. А добавить, что он человек такой, как и Шойгу, у них характеры одинаковые. И очень импульсивный, вот и началось.